Командующий. Коннор. Есть новости о Ли? Пока нет. Прошу прощения, меня отвлекли. Наши обозы снабжения стали пропадать. Боюсь, это измена. Предатель по имени Бенджамин Черч недавно вышел из тюрьмы и бесследно исчез. Вряд ли это просто совпадение. А в чем его вина? Он попался на передаче врагу численности наших войск. Заявил, что запугивает их, чтобы избежать войны. Жалкая ложь. Я найду вам Черча. Почему? Что вами движет? Это так важно? Дело ваше. Мне доложили о стычках на южной дороге. Возможно, это он. Попробуйте начать оттуда. А, Коннор, что скажете о плодах моих трудов? Люди воодушевлены. У них есть цель. Хорошо, что вы здесь. А, благодарю. Видит Бог, добраться было непросто. Мы видели много испытаний, диких и странных. Мне пришлось одеться женщиной, чтобы обмануть шпионов. Вы не знали? Нет, не знал. Одеться женщиной, говорите? Честное слово. Король Георг уже помешал нам в Бордо, угрожая конфисковать мой новый корабль, «Ла Виктуар», и арестовать меня. Но я упрям, и подобные трюки меня не остановили. Мы купили место на корабле в Испании. Но шпионы Георга наступали нам на пятки. Оставалось лишь переодеться, мондья. Никто не может сомневаться в вашей преданности. Вы незаменимы. И вы сделали то, что должны были. Я верно сделал бы то же самое. Разумеется, я и не сомневался. Командующий? Это моя вина, Коннор. Оглянитесь кругом, это очевидно. Революция казалась нам правым делом. Честным и справедливым. Мы хотели того, что положено всем. Свободы, равенства, уважения. Империя должна была понять нас. А они начали войну, которую, похоже, выиграют. Я посмел мечтать о лучшем мире. И вот чем все закончилось. Мрачные мысли ломают людей. Если те поддаются, взгляните еще раз. Там люди, которые жаждут быть свободными. Борьба за это редко бывает легкой и всегда требует жертв. Я часто спрашивал себя, был бы я счастливее, живя тихой и простой жизнью в своей деревне. Но если я забуду о цели... Если вы забудете о своей, кто придет нам на смену? И что станет с теми, кто доверился нам? Нельзя, чтобы они страдали, а я нет. Если они спят на земле, я должен спать там же. А как же метель? Если я убоюсь простого снега, дело и впрямь безнадежно.
Что у вас за новости? Никаких, сэр. Просто интересно, как справляются ваши помощники. Без них мы бы пропали. Это уж точно. Лафайет гоняет людей на плацу, быть может, следующий бой не будет столь тяжел. А с Казимиром Пулавским вы еще не знакомы? Пока нет. Очень жаль. Еще один из тех, кого мы наняли из-за океана. Он поляк, сражается верхом. Я никогда в жизни такого не видел. Я хочу поставить его во главе кавалерии. И когда придет весна, британцы будут в ужасе разбегаться от его атак, я уверяю. Буду счастлив увидеть этот день. Как и я, Конор. Как и я. Если подумать, то нет, я Сулу уже давно не видел. И его брата Майкла Клерка. Надеюсь, с ними ничего не случилось.
Спасибо. Отец. Коннор, последнее слово. Стой. Глупый выбор. Пришел узнать, как там Чёрч? Хватит ли краденого твоим британским братьям? Бенджамин Чёрч мне не брат. Как и британцы со своим королем-идиотом. Я знал, что ты наивен, но... Наш орден не воюет за корону. Нам нужно то же, что и вам. Свобода, закон... Независимость. Но... Что но? Джонсон, Питкерн, Хики. Им нужна земля. Грабежи и смерть Джорджа Вашингтона. Джонсон хотел завладеть землей, чтобы уберечь ее. Питкерн стремился к дипломатии, а ты все испортил настолько, что началась война. А Хики? Джордж Вашингтон на редкость дрянной лидер. Он проиграл почти все свои сражения. Его снедают неуверенность и нерешительность. Вспомни Вилли Фордж и поймешь, что я прав. Без него нам будет лучше. Мальчик, сколь неприятен мне наш разговор, у Чёрча язык что помело. Ты хочешь вернуть припасы? Я хочу покарать его. Наши интересы совпадают. Что ты предлагаешь? Перемирие. Союз пойдет нам на пользу. Ты ведь мой сын, и тебя еще можно спасти от невежества. Хочешь, могу убить тебя сейчас. Прекрасно. Тогда в путь. Ты хоть знаешь, куда отправился Бенджамин Чёрч? Боюсь, нет. Я хотел подстеречь его, если он вернется. Но, похоже, опоздал. Они вымели все подчистую. Возможно, я выслежу его. В ящиках были пайки, а еще лекарства и одежда. Снег засыпал следы, но и оставшихся мне вполне хватит. Вот повезло. Если не починю, замерзну насмерть. Вы люди Бена Чёрча?
Молодец. Глупо было бежать. Что вам надо? Где Бенджамин Чёрч? Не знаю. Он поехал в лагерь к северу отсюда. Там мы обычно разгружаемся. Может, там его... Довольно. Зачем ты его убил? Не стоит тратить время на пустой спор. Догони прочих людей Чёрча, проберись в их лагерь и попробуй что-нибудь узнать. А как же ты? Не твоя печаль. Делай, как я сказал. Пора это сделать. Вся эта война. Толку никакого. Британцы все равно победят. Где деревья? Отсюда. Не пропустишь. Спасибо. Узнаешь, что он хочет, забудешь про спасибо. А, это ты? Где тебя носит? Слушай сюда. У нас новый приказ, нечто особое. Рейд. Хватит обоза. Берем сразу лагерь Ян. Вене Фадж? Это еще кто? Точно. Подозрительный тип. Ты уверен? Уверен, не уверен, не мое дело. Так приказал Чёрч. Сомневаешься? Сам с ним разбирайся. Он здесь? Конечно нет. Я слыхал, он в Нью-Йорке. На дно там залег и помалкивает. Тюрьму-то обратно никому не охота. Ладно, я в деле. Еще бы. Гляди, кого нашли. Шнырял вокруг лагеря. Больно подозрительный. Небось, шпион Янки. Нет, он не шпион. Это особый случай.
Правда ведь, Хейтем? Чёрч мне все про тебя рассказал. Тогда ты явно плохо слушал. Не в том ты положении, чтобы угрожать, ясно? Пока нет. Справишься с ними? Ищи меня в Нью-Йорке. Что? Ты вот так уйдешь? Сейчас? Если ты не справишься с парочкой наемных, нам нет смысла работать вместе. Невероятно.